Здравствуйте, это фитнес-стартажим, программа, в которой тренеры показывают самые эффективные упражнения. Делать их правильно сегодня научатся Денис и Алексей. Привет! Привет! Супер! Для того, чтобы начать, нам сначала нужно выбрать программу, по которой мы будем заниматься сегодня. Кто самый смелый? Отлично, тяни билет. Силовая тренировка. Ты когда-то занимался в зале? Вообще представляешь, как тягать железо? Ну, представляю вообще, представляю. Я занимаюсь в клубе смешанных единоборств арта, грэпплингом, бразильским джиу-джитсу. Поэтому, как бы, и силовые тренировки тоже присутствуют в подготовке. Тренеру будет сложно сегодня тебя удивить, но я уверена, что у него это получится. Денис, теперь твоя очередь. Тяни любой билет. Окей. И это функциональная тренировка. Денис, знаешь ли ты, что скрывается за этим названием, что тебя ждет? Нет, но я подозреваю, что после тренировки я буду сильным, выносливым и ловким. Это я тебе гарантирую. Ну что ж, вперед к нашим тренерам. Привет, Денис. Сегодня мы с тобой выполним функциональную тренировку, которая будет задействовать практически все группы мышц. Окей, ну давайте начнем и сделаем вдох, у нас разминка. Потянемся в потолок, развернем ладони, вытянемся полностью. И схватимся за одну руку, потянемся в сторону, а потом в другую. Вперед ладони, круглая спина назад. Из этого положения мы выходим. Раскрываем грудную клетку, потянемся большими пальцами назад. По одной ноге хватаем и тянем пятку к ягодице. Другую. Отлично. Поставим стопы на ширине таза. И далее мы будем вытягивать вперед ладони и спину. И опускаться. Руки сами поднимаемся вверх. Еще так же. Больше тянем ягодицы назад, вытягиваем заднюю поверхность бедра. Еще разок. Отлично. Стопы чуть пошире и слегка разведены в сторону носки. Давим в пятки, у нас будут задействованы ягодичные мышцы. Мы опускаемся в приседание вниз и, подкручивая таз, поднимаемся еще. И еще разок. Отлично. Далее остаемся внизу. Стоп. Вверх. Отлично. И три пружины добавляем. Три, две, одна. У нас задействована ягодичная мышца. И ноги, квадрицепс. Еще разок. Три, два, один. Далее Денис будет выполнять вместе со мной. Три, другая нога. Два, один. И будем добавлять носок. Три, два, один, носок. Другая. Три, два, один и носок. Супер. Меняем носок на колено. Оп. И колено вверх. Другая нога. Вниз, назад, вперед, вверх. Колено. Супер. Далее мы будем задерживаться с коленом вверху. Остаемся. Четыре, три, два. Опускаемся. Другая нога. Назад. Вверх. Колено. Стоп. Четыре, три, два. Супер. Опускаем. Вниз. Продолжаем. Назад. Колено. Стоп. И далее вытягиваемся вперед. Баланс. И другая нога также. Вниз. Назад. Вперед. Колено. И баланс. Отлично. Так, у нас следующее упражнение. Надеюсь, Денис готов. И мы ставим ноги также пошире, слегка разводим носки и опускаемся все так же в приседание. Давим в пятки, вводим ягодичные назад, ладони и ползем вперед. И встаем в планку, таз подкручиваем, живот втягиваем из этого положения. Чуть пошире ладони и мы делаем отжимания. Вверх, ставим ладони обратно и ползем. Ползем назад, пока не упремся в пятки давим, из приседания поднимаемся вверх. Готов? И далее то же самое, вниз, ладони. Вперед, в планку, ладони, шире ставим, отжимания, вперед. И добавляем по одной руке вперед, одна и другая. И возвращаемся. Возвращаемся на пятки, таз назад и с приседания поднимаемся. Итак, это весь комплекс на сегодня. Выполняйте его каждый день и будете стройными и красивыми. До свидания. Антон, наши зрители интересуются, нужно ли соблюдать режим питания, если ты хочешь привести свое тело в форму?
Да, конечно, режим и рацион питания – это один из наиболее важных факторов для построения не только красивого, но и здорового тела. От этого зависит очень многое. Если человек хочет похудеть, он должен создать дефицит калорий, то есть он должен потреблять меньше, чем тратит. Если он хочет набрать вес, то калории должны быть в профиците, то есть он должен потреблять больше, чем тратит его организм. И все это должно быть с учетом энергозатрат на тренировки, потому что если не учитывать те калории, которые мы тратим на тренировки, то ничего не получится. И, конечно, очень важно тот рацион, которому мы придерживаемся, то есть не только сколько мы едим, но и то, что мы едим. Нужно есть качественные продукты, здоровую пищу, поменьше полуфабрикатов. Ну, в общем-то, всем известные правила, ничего там сложного нет. То есть бой чипсы и газировки? Ну, в разумных пределах. Отлично, спасибо за советы. Леш, привет! Сегодня мы с тобой будем тренировать ноги. Я подготовил для тебя небольшой комплекс упражнений. Начнем с приседаний со штангой. Подходи к штанге, снимай ее, ориентируя на спине. Штангу кладем чуть ниже линии плеч, снимаем. Ноги ставим чуть шире плеч. Носки под углом примерно 45 градусов относительно друг к другу. Взгляд вперед, спина прямая. Начинаем движение с того, что таз уводим назад. Колени растягиваем под таким же углом, как носки. И на выдохе встаем. Приседание – это одно из самых основных базовых движений, задействующих ноги. Включает в работу практически все основные мышечные группы бедра. Переднюю поверхность бедра – квадрицепс, заднюю часть бедра – бицепс бедра и ягодицу, приводящие мышцы. Приседание – это технически сложное движение, требующее определенного уровня подготовки и координации движений. Поэтому начинать выполнять приседание лучше с минимальным отягощением, с тем, которое совершенно не доставит вам никаких сложностей. Алексей уже довольно-таки подготовленный парень, поэтому небольшое, но ощутимое отягощение мы на штангу ему повесили. Выполнять нужно 3-4 рабочих подхода по 8-12 повторений. Следующее упражнение, о котором я расскажу, это румынская становая тяга. Румынская становая тяга – это разновидность становой тяги, которая позволяет более прицельно нагрузить бицепс бедра и ягодицу, то есть заднюю часть бедра. Техника выполнения упражнения такова. Хват чуть шире плеч, снимаем штангу со стоек и делаем шаг назад. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Начинаем движение с того, что, как в приседаниях, таз уводим назад, но не сгибаем коленный сустав, а сгибаем только тазобедренный. Наклоняемся, опускаем гриф где-то до середины голени и поднимаемся. Таким образом, мы сгибаем и разгибаем тазобедренный сустав под отягощением. Гриф стараемся держать ближе к ногам, чтобы он был максимально близок к центру тяжести и не нагружал излишне поясницу. Выполнять это упражнение можно приблизительно в таком же режиме, как и приседания, то есть 3-4 рабочих подхода от 8 до 12 повторений. Это упражнение является односуставным. Здесь работает только тазобедренный сустав. Оно более прицельно нагружает работу задней поверхности бедра, поэтому выполнять его лучше после приседаний, потому что приседание – это более комплексное базовое движение. Третье упражнение, о котором мы сегодня поговорим, это шагающие выпады. Есть много разных видов выпадов, но самые распространенные – это шагающие. Чтобы правильно делать выпады, берем отягощение в обе руки, делаем широкий шаг, опускаемся вниз за счет задней ноги, но коленом пола не касаемся. Колено передней ноги не должно далеко выходить за носок. И из нижнего положения встаем и делаем следующий шаг вперед. Выпады – это технически и координационно тоже довольно сложное движение. И в силу своей сложности задействует практически все мышечные группы ноги. Не только бедра, но и голени. Таким образом, выполняем 3-4 подхода по 12-20 повторений. Другая разновидность выпадов – это обратные выпады. В них не нужно шагать вперед, в них мы будем шагать назад. Нам не понадобится много пространства. Исходное положение такое же, как при шагающих выпадах, но шагать мы будем назад. Убираем одну ногу назад, корпус наклоняем вперед и из получившегося положения возвращаем заднюю ногу обратно вперед. И проделываем то же самое с другой ногой. Такие выпады позволяют сфокусировать нагрузку на задней поверхности бедра и ягодицы и практически убрать из работы квадрицепс. На этом наш сегодняшний комплекс закончен. Леш, спасибо тебе за тренировку. Этот комплекс можно выполнять дома или в тренажерном зале 1-2 раза в неделю. Желательно, конечно, комбинировать его с упражнениями на другие группы мышц, о которых мы расскажем в следующий раз.
Ребята, поделитесь впечатлениями, как прошли тренировки. Леш, что нового-то узнал? Отлично прошла тренировка, хорошо подзабил ноги. Антон хороший тренер, как бы знает свою работу и делал. Супер, очень рада за тебя. Денис, как прошла твоя функциональная тренировка? Ну, это было по меньшей мере необычно. Я не испытывал такого ни на одной из тренировок, которые раньше пробовал. И, ну, в любом случае, это было классно, мне понравилось. Виктория прекрасный тренер, так что, я думаю, для каждого она найдет что-то новое и необычное. Ты придешь еще раз, попробуешь. Ну, на что-нибудь другое, но обязательно приду. Супер, я очень рада, что тренировки вам понравились. Еще больше классных упражнений вы найдете в нашем следующем выпуске. А если вы готовы переходить от слов к делу, приходите в арт-джим, скажите промокод «Город» и получите персональную скидку. До новых встреч!